Привет, друзья! Сегодня я постарался собрать самые захватывающие одиночные игры, в которые можно погрузиться на целые часы и насладиться захватывающим сюжетом и увлекательным геймплеем. Готовы окунуться в мир виртуальных приключений? Тогда давайте начнем. Brothers: A Tale of Two Sons Remake – игра, которая отправит нас на встречу приключениям в кооперативном режиме. Здесь нам предстоит сыграть роль двух братьев, которым нужно преодолеть ряд испытаний для достижения поставленной цели. Игра предлагает нам незаурядную сюжетную линию, где все будет зависеть только от твоих действий и от твоего выбора. Отдельно стоит отметить графическую составляющую, продуманную до мелочей, способную сделать каждого частью реалистичной атмосферы. История поведает о том, как отца главных героев поверг страшный недуг, после чего братья решили, во что бы то ни стало, найти лекарство против этой болезни. Данный проект предлагает нам вновь окунуться в уже знакомую, но максимально обновленную атмосферу, покрытую мрачной пеленой тайн, преградами и опасностями. Necromunda: Hidegun – это приключенческий шутер, действия которого происходит во вселенной постапокалипсиса, где вас ждут захватывающие приключения и сложные испытания. Отправляйтесь в путешествие вместе со своим героем, чтобы исследовать неизведанные места и встретить множество опасных противников. Используйте все имеющееся в вашем распоряжении оружие, чтобы уничтожить противников, а затем завершить свою миссию. Вас ждет увлекательный сюжет с таинственными секретами и неожиданными поворотами, которые проведут вас через череду напряженных событий. Ваш персонаж – наемник, которому периодически поручают самые сложные операции. Успешное выполнение миссии вознаграждает вас ценным оружием и снаряжением, которое позволяет вам стать еще сильнее. Уничтожайте всех врагов на своем пути, заводите союзников и собирайте полезную информацию. Улучшайте навыки своего персонажа и получайте более сложные и опасные задания, в которых вам снова придется преодолеть очередное тяжелое испытание. Greedfall – это приключенческая RPG-игра о событиях, разворачивающихся в вымышленном мире 17 века. Действие этой фэнтези происходит на континенте, опустошенном кровавыми войнами и болезнями. Таинственная эпидемия бушует уже несколько месяцев. Старый мир находится на грани краха, а густонаселенная планета истощена чрезмерным потреблением. Кажется, что от загадочной болезни нет спасения. Затем группа бесстрашных моряков обнаруживает неизвестный остров под названием Тируху-Ради. Оказывается, на этой земле живут люди, которым удалось спастись от инфекции. Слух об этом чудесном месте распространился по всему континенту. Сотни искателей приключений спускаются на остров в небе. Все они надеются найти лекарство, которое положит конец эпидемии. Вы один из исследователей, которому поручено провести переговоры с местными жителями. Жители острова живут в гармонии с природой, и их идеалы далеки от идеалов жителей материка. Достичь соглашения сложно. Исследуйте остров, заводите важных друзей и разработайте вакцину от болезней. Lords of the Fallen – динамичная ролевая экшен-игра, которая отправляет нас на просторы мрачного мира фэнтези. Сыграй роль легендарного темного крестоносца и отправься выполнять важную миссию, проходя испытания, раскрывая тайны и ведя борьбу с полчищами противников. Мир игры полностью открыт для исследования, поэтому смело отправляйся изучать локации, добывая ценные ресурсы и заполняя боевой арсенал мощным оружием, тем самым становясь еще сильнее. Главный герой способен применять магию в ходе боя, поэтому важно постоянно совершенствовать этот навык и изучать как можно больше заклинаний, что позволит справиться с более сильным оппонентом. Также игроков порадует наличие многопользовательского режима, который позволит отлично провести время в компании друзей и игроками со всего мира. Графика обладает крутой рисовкой и готова полностью погрузить тебя в мрачную, порой даже пугающую атмосферу. Call of the Lamb – это мрачная игра в жанре Roguelike, где вы берете на себя роль милого ягненка. В какой-то момент ваш протеже становится одержим зловещими идеями, которые развиваются даже после опасного для жизни инцидента. Затем вашего героя спасает незнакомец, и теперь ягненок решает отблагодарить своего спасителя. Он делает это самым странным образом, создавая своего рода культ с сотнями и тысячами последователей. Они проповедуют непонятные идеи, направленные на разжигание вражды. Вы неизбежно столкнетесь с сопротивлением местных жителей, но вам придется продолжать увеличивать свое стадо, собирая необходимые для этого ресурсы. Вы будете строить различные объекты, необходимые для бесперебойной работы секты, а также проводить темные ритуалы. После каждой такой церемонии на вашу группу будут нападать враги. Используйте против врагов все имеющееся у вас оружие, а также собственные боевые навыки. Победы позволят вам и дальше наращивать свою мощь, а популярность вашего культа будет расти, собирая под свое крыло все больше и больше одержимых последователей. World Rally Championship. Игра обещает подарить непревзойденные впечатления от раллийных гонок. 17 локаций, более 200 этапов и впечатляющий модельный ряд из 68 исторических автомобилей. Одной из главных особенностей является Builder Mode, позволяющий создавать свое идеальное раллийное авто. Выбирая из множества деталей, окрасок и наклеек, игрок может создавать машину своей мечты, испытать ее на любом этапе и даже поделиться своим творением с игровым сообществом. Функция динамической системы управления позволяет игрокам точно настраивать параметры своего автомобиля в зависимости от уровня мастерства и постоянного
постоянно меняющегося рельефа местности. Динамическая погода и времена года добавляют сложности, делая условия вождения непредсказуемыми и сложными. Карьера в игре позволяет игрокам погрузиться в мир ралли. Они могут создать собственные раллийные команды, нанимать персонал, привлекать спонсоров и развивать свои автомобили. Многопользовательский же режим – это место, где разворачиваются настоящие соревнования. Здесь геймеры могут сражаться между собой, участвуя в кроссплатформенных состязаниях. В общем, с World Rally Championship любители ралли могут рассчитывать на увлекательный и реалистичный игровой процесс, отражающий суть этого вида спорта. Oversight – игра, разработанная в жанре пошаговой стратегии, где ты окунешься в мрачную атмосферу и пройдешь довольно сложные испытания ради достижения поставленной цели. Здесь тебе предстоит бороться за свою жизнь и жизнь своей семьи, так как вам угрожает большая опасность. По ту сторону зеркала явно что-то существует, и это точно не желает вам добра. Скоро жуткие монстры потустороннего мира вырвутся наружу, и тогда никому не удастся спастись. Тебе предстоит отправиться в мир зазеркалья и пройти многочисленные испытания, которые он для тебя подготовил. В твоих руках не только твоя жизнь, а потому ответственность в разы возрастает. От твоих действий и принятых решений будет зависеть многое, поэтому стоит продумать все наперед, прорабатывая четкую стратегию. Врагов будет масса, а битвы с ними будут проходить в пошаговой стилистике. Справиться с оппонентом непросто, стоит как следует подготовиться и не забывать развивать свои навыки. Графика в игре проработана на отлично, имеет приятную анимацию и позволит тебе с головой окунуться в этот темный и пугающий мир. Враг не дремлет и готов тебя уничтожить в любую секунду. Ты в свою очередь должен не дать ему совершить задуманное. The Medium – это приключенческая хоррор-игра с необычным сюжетом. Главный герой считает себя медиум, поскольку может одновременно существовать в реальном мире и в мире призраков. Недавно вашему герою явилось видение ребенка, убитого много лет назад. Для этого он должен отправиться в старый заброшенный отель, где произошла трагедия. Здесь пересекаются два мира, и на стыке этих измерений находится ваш герой. Медиум обладает уникальными способностями. Он может видеть сквозь любой предмет, место или человека в обоих мирах, позволяя вам обнаружить скрытые подсказки. Только благодаря этому умению экстрасенсы способны разгадать страшные тайны и находить виновных в произошедших трагедиях. В этом злополучном месте собралось огромное количество негативной энергии, которая когда-то была изгнана. В то время несчастный ребенок был убит, но на этом история может не закончиться. Разберитесь с трагическими последствиями, найдите виновного и постарайтесь не сойти с ума из-за огромного количества видений, которые будут вас посещать. Like a Dragon Infinite Veil бросает двух культовых героев Ичибана Кусугу и Кудзуму Кирю в тихоокеанское приключение, в основе которого лежит судьба или нечто более загадочное. Игроки пересекают шумную Японию и безмятежные Гавайи, сталкиваясь с необычной смесью квестов и заданий в этой масштабной ролевой игре. В центре профессиональный Кусуга, привыкший преодолевать невзгоды, и Кирю, обветренный ветеран, переживший свои сумерки. Вместе они противостоят неизвестной угрозе, и их пути переплетаются в эмоционально насыщенные саги. Бои разворачиваются в динамичных, стремительных столкновениях, где сама окружающая среда становится оружием. Игроки разрабатывают стратегию, приспосабливая навыки своей партии и удивительные классы профессии, чтобы победить врага с помощью нестандартных приемов. Помимо основного повествования, игра предлагает широкие возможности для исследования. От ярких японских улиц до залитых солнцем гавайских берегов. А вместе с колоритными персонажами игроки переживают незабываемые моменты. X4 Foundations – это четвертая часть, которая стала прекрасным продолжением известной и популярной во всем мире серии компьютерных игр, выполненных в любимом многим жанре экшен. Теперь вы окажетесь на огромной космической станции, которую вы можете создать сами. Стоит отметить, что станция, на которой вы находитесь, предназначена для строительства самых мощных космических кораблей в мире. Вы построите свой собственный космический корабль, а затем отправитесь в путешествие в неизвестность. Конечно, там вы встретите много интересных событий и переживете самые невероятные приключения. Вы соберете свой корабль или станцию из деталей, выбирая их из модульного арсенала, то есть вы сможете создать все по своему желанию. Каждую из входящих в комплект деталей вы сможете либо снять или заменить, либо модернизировать, что сделает задачу еще более увлекательной и интересной. Надеюсь, что этот топ-10 одиночных игр вдохновил вас на новые игровые приключения и помог выбрать следующую игру для прохождения. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео с подборками лучших игр. И не забывайте оставлять свои комментарии с вашими любимыми одиночными играми. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья!